1 февраля проиндексируется сумма материнского капитала. Таким образом, выплата на первого ребенка составит около 631 тысячи рублей, на второго – 834 тысячи. Если на первого ребенка сертификат уже получен, за второго доплата составит 202 тысячи рублей. Также будет проиндексирована непотраченная часть сертификата. Средства господдержки можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей, формирование накопительной пенсии родителей, покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. Отметим, что госпрограмма действует до 2026 года. Сегодня стартует прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. Выборы продлятся 3 дня, с 15 по 17 марта. Электронное заявление подается с использованием единого портала государственных услуг до 11 марта текущего года. С 1 марта выйдет игра «Симулятор русской души». Создатели заявили, что игра является медитативной. Она позволит игроку взглянуть на русскую природу и окружающий мир в реалистичной графике. Игрок сможет свободно перемещаться по виртуальным полям и лесам, взаимодействовать со зверями, а также выбирать ракурсы для кадра. Новости коротко подготовила Елена Силакова.